Соломова. Вы меня просто ошарашили. Да. Пускай сюда. Нет, да нет, а я буду читать. А, я думал, дарить будет она. Я вот уже руку уже где он? Вот подарок. А я думал, что это подарить. Нет, подарок, да. Но только кстати, он... читать тоже подарок. Да, да, да. Да, да. Просто здесь такая не совсем совершенная, это колонка. Вот, японские мотивы. Я как-то писала Хоку, ну, по заданию, и написала в эту же тематику небольшое для Александра. Эпиграф. Не покоряясь прописному бреду и не найдя убежище нигде, Александр Дубинин. И варем все. На время, Сёгун, отложи свой меч, в дверь низкую метущейся зайди, с собой побыть, избегнув с миром встреч, плоть или дух, обдумав остудить, решиться на убийство или жить. Мешает треск суставной тишине плести в углах задумчивую нить для жертвы и судей в сознании.